тот же день в парке «Юбилейный» состоялось празднование Дня молодежи. Работала площадка клуба исторической реконструкции «Братина» и игровые зоны для детей. В сердце парка «Юбилейный» прямо перед сценой развернулся танцевальный баттл, который организовала школа танцев «Люденс Фэмили». Направление современного уличного танца получает широкое распространение среди молодежи Ненецкого округа. Также в этот день в парке прошло награждение талантливой молодежи. Награды вручили победителям 17-х всероссийских молодежных дельфийских игр и волонтерам, принимавшим участие в организации проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Завершился праздник концертом молодежных музыкальных групп. Нормально, отлично. Что больше всего понравилось? Ну, пока что вот эти батлы нравятся. Да вот, танцы понравились. Вы кого-то болеете? Не, я с внучками пришел. Вон, две внучки смотрят. Ну, в принципе, первый раз нормально. У меня дочка там стоит, смотрит. Ну, я думаю, конечно, можно. Привлекать надо молодежь, я думаю, к таким мероприятиям. Интересно, вот это вот тоже интересно сделали, придумали. Да, интересно. Молодцы, пока нравится.